Ну, зомби уже его нашел и собирается дать люлей. Почему она не прыгает, блядь? Они не прыгают здесь практически. Да на стену она не прыгает. Она, он говорит, что она не прилезает через стену. А, ну мать, тут не блядь, знаю. Тут еще один нахуй. Беги, просто давай, беги. Собери весь город. Да, кстати, чем больше ты шумишь, тем больше зомби сбегают. Поэтому самая худшая идея — выстрелить в городе, находясь не на здании. Но зато если ты находишься на здании, а кто-то пытается туда забраться, это не такая уж плохая идея. Нет, это хуёвая идея, потому что в здание они забегут, зомби не залезут. А ты оповестишь, что он идет к тебе. Тут этих рук-кемперов триллиарды. Ну здесь какой человек, ну, спаси меня, друг, блядь. Он тебя как спасет? Ну можешь пообратиться за помощью, если ты умираешь. Они нет, могут, он может братан, помочь. Братан, помоги, блядь. Он тоже убегает. Что тут делать, нахуй? У меня только палка ебаная. А, кстати, не забывай, в связи с последними событиями, если ты говоришь по-русски, у тебя повышенный шанс умереть. Особенно от поляков. Thanks. У него есть какая-то солома, блядь. Солома запуска. Соломка. Это еда. Соломка — это еда. Уменьшает воду. Да, но это очень-очень-очень спасительная еда. Чё они такие быстрые-то, блядь? На шифте бегают. Это не зомби Ромеро. Ты ошибся. Я зомби. Фильмом. Ты фильмом, ну, да, Ромеро, ты этим ошибся. Они за тобой бегают на шифте постоянно. Короче, я нашел какую-то солому, блядь, и все. Я приперся туда, куда не надо было. Точнее, куда надо было, но тут ловить нечего. Ну, ему повезло, он нашел дружелюбного человека. А, ну тут повезло, да. А вышли они в жопу яблоки, ты уехал, бандаж? А, вот. Зомби его сожрал, зомби! Пиздец! Пока чувак поросил бинт, у него его подошел сзади и сожрал зомби. Лох. Так, что с него надо сбросить тогда? Чел тебя спас. Спасибо за рюкзак. Скейтерский шлем, он лучше, чем моя хуйня? Скейтерский нет. Ну, он также защищает ударов, но каска лучше. Тем более строительная. А, у него были бинты, пидорас, не было. Он спрашивал за тебя, у тебя есть бинты? Do you, hey? Я... Так, нож, куда это спрятать? Все. Саш, только посмотри, он там крови не истекает, а то он сейчас... Визуально нет. А че он встал туда? Справа внизу посмотри. Нет, не вижу. Все, окей. Он сейчас умрет. А, ты его обобрал. Сука, раньше можно было выхилить. А как это спрятаться от дождя, где можно? Он упал. Эй. Так вылечи его. Как его? Проверить пульс для начала. Проверить пульс для начала, потом, блять, я не помню, как хилить. Спроси у него, он тебе войсом должен ответить, если можно. Командирование получил, если быть точнее. Ему повезло просто. Мне, блядь, еду найти надо. Как поесть? И взять в руки еду и поесть. Левую кнопку мыши нажимаем. Так, учитывай количество влаги в твоем организме. У меня есть два стейка из человечества. Пиздец, что у тебя есть? Два стейка. А он с этого чувака, который ему помогал, достал два стейка из человечества. Ну, я бы на твоем месте задумался, что у тебя там за человек такой был. Мне кажется, у него на тебя были другие планы. Потому что его сожрал зомби. Чё говоришь? Называется, это была самая тупая смерть в истории. Да.
Ах ты, сука, здесь кто-то есть, блядь. Да. Ты с бейсбольной битой? Да, это он, Саша. Это я. Это ты, блядь? Да. Да, это мы. Да, это он. Я вижу вас. Я так слышу, блядь. Да, там друг друга. Да хуй тебя знает, блядь. Чё, видишь? Так, у меня критическая нехватка еды, я иду ещё. Мне интересно, как побежит. У него нет путей, чтобы скрыть крышу. Да. Ладно, мы сейчас пришли в сам... пусто. Да, я ему говорю, что ему лучше не бежать, потому что он не сильно быстро бегает в итоге. А еда у него тратится с офигительной скоростью от этого. Все, я умер. А, он умер. Собирай лут с меня.